Всем привет из Кореи. Сегодня мы находимся на стенде Leaderfence, который представляет новую калошу Forza. С 2019 года, где-то с апреля, она будет доступна. Чем интересна эта калоша? Во-первых, она является одной из самых на сегодняшний день легких калош в мире. Вес калоши в размере 41-42, 773 грамма за пару. Если мы смотрим 45-46, это 882 грамма за пару. Она еще интересна тем, что у нее короткие усы и жесткая пятка. Новая калоша вставляется в те же самые Leaderfence лопасти, без каких-либо модификаций. Те же самые используются клипсы. То есть вы просто можете апгрейднуть себе калоши и плавать дальше. С 2019 года вы можете покупать еще разные клипсы. Если отбортовка у вас на лопастях, например, красная, вы можете купить красные клипсы, синие клипсы, если там синяя отбортовка, да, или просто вы захотели какого-то новшества, берете, покупаете клипсы, у вас получается здесь и здесь они другого цвета. Вот, что, в принципе, выглядит очень интересно. То есть вы можете с этого года комбинировать любые дизайнерские решения в зависимости ваших каких-то нужд, потребностей. Калоши были испытаны нами в бассейне. Видео, как мы испытывали в бассейне, мы тоже предоставим чуть попозже. Его еще монтируют. Всем спасибо. До встречи.